Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня хотели бы попросить у Рава Зильбера сказать несколько слов в связи с тем, что Барух Ашем 8 Тевета, 5 января, мы начали новый проект, очень амбициозный, очень сложный, требующий от нас большого напряжения сил, изучение ежедневного листа Талмуда. Мы уже находимся на 12-м листе. Есть очень много отзывов. Люди пишут, люди интересуются. И мы хотели бы попросить Рава Зильбера сказать несколько слов о самой идее, о самом проекте. Просить у него и благословения также, чтобы у нас все получилось, чтобы люди действительно получили удовольствие от изучения Торы, приблизились ко Всевышнему и познали, узнали то, чего, может быть, без этого проекта они бы не знали. Пожалуйста. Талмуд – это та основная книга, на котором строится вся жизнь еврея. Законы Торы, Шаббата, молитв, праздников и всех других законов – все строится на Талмуде. Взгляды Торы, обычаи, подход к разным вопросам жизни Торы, основой всего этого является Талмуд. Поэтому очень важно, чтобы каждый еврей учил Талмуд и знал его. Сейчас начался новый цикл изучения Талмуда по листу в день. И есть много-много евреев во всем мире, которые учатся по этому циклу. По такому циклу они заканчивают Талмуд приблизительно за 7 лет. Изучить Талмуд и знать – это замечательно, очень хорошо к этому присоединиться. Но надо понять, люди разные, темпы их разные. Кому-то это подходит, для кого-то это слишком быстро. И поэтому тот, кто присоединится и сможет учить в таком темпе, замечательно. Но и тот, кто не может учить по такому темпу, замечательно, чтобы он начал изучать Талмуд. Страница за страницей, лист за листом, и учить и знать, и что Бог послал браху тем, кто учит Тору, тем, кто учит Талмуд. И большая браха, большое благословение всем, кто участвует в этом проекте, кто участвует технически, кто помогает, поддерживает этот проект. Это большое дело для еврейского народа, чтобы больше людей изучали Талмуд, вошли в это великое море Талмуда. Чтобы Бог послал всем, кто помогает этому, браха вацлаха, нахат от детей, удачу в бизнесе, браха вацлаха. Спасибо.